Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире «Бизнес-курьер» – программа, в которой вы получите экспресс-информацию о ценах на основные продовольственные товары в городе и районе. Последние сведения о рынке труда предоставлены Измаильским горрайонным центром занятости. Также в нашей программе комментарии специалистов самых различных отраслей – экономики, торговли, законодательной сферы. Итак, в первой части нашей программы. В Украине за последнее время практически все продукты питания прибавили в цене. Этот вопрос волнует всех украинцев, в том числе и жителей нашего города. Стоит ли говорить, что логистические схемы формирования цен мало волнуют измаильчан, в то время как кошелек семейного бюджета с каждым походом на рынок приходится открывать все шире. Речка выросла, стала 20 гривен. Я просто ее не покупаю, покупаю то, что дешевле. Вот, собственно говоря, и все. Едим картошку. Не знаю, цены такие. Закупка дорогая. Картошки нет. В связи с погодой, в связи с подорожанием бензина, это все ж привозится, бензин, солярка, все подорожало, и товар подорожал. Не дают никаких кредитов, чтобы кто-то брал воду бесплатно. Все поля, то, что имели орошение, выкапывают трубы, монтируют все, что надо, ломают. Воду дают, компенсацию ничего не дают. Электроэнергия дорогая, все дорого. Никто не хочет чем заниматься. Потому что это убыточно уже. Буряк 6,5, капуста 7,6. Очень-очень поднялась, деточка. А пенсии на том же уровне. Не только на продукты, на бензин, на свет, на газ. Все хотят поднимать. Очень трудно. Итак, на сегодняшний день таблица цен на основные продукты питания в Измаиле имеет такой вид. Мясные продукты. Говядина прибавила в цене уже не одну гривну. Причиной удорожания является смена механизма предоставления госдотации производителям говядины. Стоимость свинины немного снизилась и в последнее время приобрела стабильную цену. Эксперты утверждают, в ближайшее время сильного скачка цен не предвидится. Однако к постепенному подорожанию на протяжении года потребитель должен быть готов. Молочные продукты. В сентябре-октябре прошлого года цены на сырое молоко в Украине достигли своего пика, повысившись примерно на 60% по сравнению с 2009 годом, дав веский повод производителям сильно поднять цены сейчас на соответствующие продукты – твердые сыры, сливочное масло и творог. Подорожал в последнее время и хлеб. Эксперты подсчитали, что на сегодня существуют объективные причины для роста цен на массовые сорта хлеба. Основные факторы – удорожание муки и энергоносителей, а также рост заработной платы. Также в последнее время возникли проблемы с поставкой муки, что провоцирует спекуляции с ее ценой. Впрочем, подорожание мяса и молочных продуктов уже никого не удивишь. А вот то, что некоторые крупы придется ограничить или исключить из своего рациона, удивляет многих. В Украине дефицит гречки – примерно 50 тысяч тонн. Если правительство ввезет ее, например, из Китая, цены планируют снова вернуть к 12-14 гривнам за килограмм. Цена на яйца в последнее время несколько снизилась и приобрела стабильную стоимость. Что касается фруктов, то существенного повышения цен ожидать в ближайшие месяцы не стоит. Импортные яблоки будут прибавлять в цене в среднем 5-10% в месяц. Это обусловлено неурожаем главного поставщика продукта в Украину – Польши, на которую приходится около 96% от всего объема импорта. Цены на цитрусовые традиционно зависят от страны производителя. Разные условия поставки диктуют разные цены. Что касается овощей, то ближайшие 3 месяца цена на них может повыситься на 5-10%. Уже подорожал и второй хлеб украинцев. Картошка выросла в цене до 6 гривен за килограмм. Информация о ценах на продовольственные товары получена в основных торговых точках Измаила, центральном рынке и ведущих супермаркетах города и района. С началом нового 2011 года бензин подорожал как минимум на 10-15%. Это связано как с ростом цен на нефть, так и с поднятием акцизов, за что проголосовала Верховная Рада Украины в конце 2010 года. Однако эксперты уверяют, что цена от 8 гривен 80 копеек до 9 гривен 40 копеек за литр бензина А95 – это граничная цена, которая возможна в Украине. Если в неделю там уходило, допустим, на бензин гривен 400, да, там, так как часто ездим постоянно за рулем, то теперь гривен 800 только так. Ну, грустно, конечно, если подорожало. Мы всегда радуемся только тому, когда что-то дешевеет. Но, к сожалению, в последнее время у нас ничего не дешевеет. Ну, несомненно, цены высокие. Хотелось бы, конечно, чтобы было, в общем-то, цены соответствовали, ну, как бы, заработной плате. Но, к сожалению, так не происходит в этой жизни. Ну, я не знаю, с чем это связано. Хотя цены на рынке, наверное, на нефть, в общем-то, не столь высокие. Почему вдруг такой подъем? Ну, трудно сказать. Ну и качество хотелось бы, чтобы лучше было. Ну, конечно, пожелание. Чем ниже цены, тем, так сказать, чаще будем ездить. Считайте, это где-то на процентов 30 уже все возросло. Это уже даже можно и бензин не брать. А запчасти, все остальное, доставка, все это с Харькова, все это деньги, деньги, деньги. Итак, средние цены на топливо на украинских АЗС на сегодняшний день таковы. С 18
электричество. По 28 февраля средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились в среднем на 1,5%. По данным Министерства экономического развития и торговли Украины, главными причинами роста цен на автомобильное топливо с начала 2011 года стали отмена пошлин на импорт нефтепродуктов, повышение ставок акцизного сбора, а также рост мировых цен на нефть. Информация о ценах на топливо получена на основных АЗС города и района. Во второй части нашей программы информация из Маисского горайонного центра занятости. По состоянию на 1 марта 2011 года на учете из Маисского горайонного центра занятости находилось 1888 ищущих работу и безработных граждан, среди которых статус безработного получили 1846 жителей. Пособие по безработице получили 1296 безработных. За два зимних месяца 2011 года зарегистрировано 541 ищущий работу, из которых получили статус безработного 483 человека. Размер пособия по безработице в феврале 2011 года был минимальный 510 гривен, максимальный 2451 гривна 3 копейки. Пособие по безработице выплачивалось своевременно. Просроченной задолженности нет. Трудоустроено за январь и февраль 2011 года 127 безработных и ищущих работу граждан, в том числе по программе содействия предпринимательству, 9 безработных стали предпринимателями с выплатой одноразовой помощи, а на дотационные рабочие места трудоустроено 14 безработных с гарантированной заработной платой от 1600 до 2100 гривен. Направлено на общественно значимые оплачиваемые общественные работы 45 безработных. Оплачиваемые общественные работы были организованы на временных рабочих местах в Першотравневском сельском совете, Суворовском поселковом совете, Новопокровском сельском совете, Измаильском архиве. Направлено на профессиональное обучение, переобучение и повышение квалификации в январе-феврале 43 безработных. На 1 марта 2011 года в банке данных вакансий было 84 вакансии, среди которых наибольшая заработная плата в размере 2500 гривен по вакансии слесарь-ремонтник на целлюлозно-картонном комбинате и торговый представитель на предприятии «Мегатеп». Наименьшая заработная плата в размере минимальном 941 гривна по вакансии медицинский статистик и охранник в Центральной районной больнице, слесарь в автотранспортном предприятии «Измаил Автотранс». Актуальные вакансии на 1 марта, на которые можно обратить внимание, это дворники в коммунальном предприятии «Жилищник-2», гардеробщик в общеобразовательную школу номер 4, главный бухгалтер «Измаил Пассервис», электрогазосварщик в «Рив Ахолдинг», энергетик в аграрно-рыбохозяйственный кооператив «Придунайская Нива», комплектовщик мебели у предпринимателя «Варсобина», приемщик заказов по ремонту мобильной техники у предпринимателя «Власова». Национальным банком Украины установлен такой официальный курс валют. Доллар США – покупка 7 гривен 94 копейки, продажа 7 гривен 96 копеек. Евро – покупка 10 гривен 92 копейки, продажа 11 гривен 7 копеек. За 10 российских рублей – покупка 2 гривны 76 копеек, продажа 2 гривны 81 копейка. Румынский лей – покупка 2 гривны 9 копеек, продажа 2 гривны 66 копеек. Уважаемые телезрители, цель нашей программы – держать руку на пульсе в области ценообразования, рынка труда, последних законодательных актов, изменения коммунальных тарифов и многого-многого другого. Нам важно знать ваше мнение об актуальных проблемах нашей повседневной жизни. «Бизнес-курьер» – это самая свежая информация по волнующим вас вопросам. Информация «Бизнес-курьера» есть также на нашем сайте ismailtv.com. Заходите на наш форум, задавайте свои вопросы, ответы на которые вы услышите в следующей программе «Бизнес-курьер». До встречи!